Соня Сотник. За паспортом Наталія Леонідівна Сотник. Народилася 18 листопада у Львові в родині журналіста і викладача. Закінчила факультет журналістики Київського національного університету. Заробляє на життя в якості радіоведучої, а додаткове задоволення отримує від написання пісень, продюсування талантів і власних концертів. Жінка номер один українського радіо вважає себе реалісткою, але впевнена в перемозі України. Вітаю всіх на 9 каналі. Це проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. І зараз без жодних прелюдій перейдемо до того, що не потребує жодних прелюдій насправді. Соня Сотник на 9 каналі. Очень лестно. То, что ты не требуешь никаких прелюдий? Да, да. Ну, а на самом деле, если бы тебя представляли, да, что ты обычно выделяешь главным? Потому что можно сказать, певица, автор, поэт, продюсер, директор, диджей. Просто радио. Шоу-вумен. Просто радиоведущий. Все остальное не имеет значения? Дотычно. То есть самое узнаваемое, самое важное для тебя получается так? Ну да. Это единственное место, где я получаю деньги. Все остальное – это хобби. То есть музыка не заработок? Нет, конечно. Одни растраты. Вот. Музыка не заработок ни в коей мере. Ну ты не грустишь по этому поводу? Абсолютно. Мне доставляет это удовольствие. Мы же вкладываем гораздо больше, наверное, денег в свои хобби, чем в свою семью подчас и в свою жизнь. Ну вот реально. Да. Особенно, когда хобби, например, у некоторых яхты. Вот. Вот приблизительно. Ты себя ощущаешь как Соня? Всю свою сознательную жизнь. Странная история с именем, потому что с детства меня, вот с такого возраста, папа называл Маруся. Очень редко меня называли моим именем, и я понимала, что нужно, сейчас будут бить, если меня называли по имени. А сейчас это очень удобно, потому что если кто-то звонит и говорит «Наталья Леонидовна», я точно понимаю, что это фискальные органы, и сразу как бы внутренне подтягиваюсь или кладу трубку, на всякий случай. Поэтому это очень удобно. То есть на самом деле твое настоящее имя знают только фискальные органы? Фискальные органы, мои одноклассники и мои родители. И Википедия? Ну, Википедия, да. И я знаю. Ну, конечно. Когда мы пытаемся отвлечься от каких-то там грустных мыслей и событий, мы проходим чаще всего какие-то дурацкие тесты. Вот один из дурацких тестов на Фейсбуке последний раз был «Как твое настоящее имя?». Я прошла этот тест, решила отвлечься, я там вообще Борис. Неплохо. Я подумала, что ну Борис, это звучит неплохо. Стильно, да. На самом деле. Если бы ты выбирала мужское имя, какое бы ты себе выбрала? Лука, мне нравится имя. Лука, да. Свет. Да, мне нравится Лука, да. И оно такое интернациональное. Ну, во-первых, может быть, это сейчас как-то связано с детством и с хитом Сюзан Веги «My name is Luca». Угу. Вот, то есть, может, ой, кстати, мне тоже очень нравится. Вот, видимо, как-то оттуда оно зацепилось. То есть, если теперь тебе будут звонить и говорить... Лука, то ты поймешь, что это либо наши зрители, либо я. Отлично. Потому что больше никто не узнает. Ты помнишь свою первую учительницу? Да. Катерина Патрівна, да. Очень хорошо помню. Она огромное на меня впечатление произвела, потому что она была уже такая дама в годах. И она, я где-то в третьем классе на продленке ставила спектакль по сказке. Вот. И там трагический случай произошел. Я подверглась репрессиям, вот, потому что история была смешная. Сбор макулатуры, да, там традиционный в школе, когда школьники должны были из дома принести макулатуру, сдать, и таким образом класс побеждал, это же соревнования были всегда. И боже мой, я думала, это сюжет сказки. Нет, мы в течение года приносили литературу, а это же, если ты помнишь, в наше время это было еще и способ достижения хорошей литературы. То есть, чтобы получить хорошую книгу. Да, можно было сдать макулатуру и получить талоны на получение какой-то хорошей книги. Асканию. Да. И в течение года маленькие дети приносили газеты из своего дома и прятали это в подсобке у нашей первой учительницы, которая, видимо, и тут у нас сбор макулатуры. И нам не хватает, чтобы победить в этом сборе. И я знаю, что в подсобке лежит макулатура, которую мы собирали в течение года. И я говорю, там. И я каким-то образом беру ключи, я не знаю, я не помню где. То есть, возможно, что я их там где-то, ну, в неправильном месте, например, в ящике стола учителя, да, то есть я знаю, что он там, я беру эти ключи, достаю эту макулатуру, мы выигрываем этот конкурс, естественно. Катерина Петровна узнает, что я сдала всю ее литературу.
Что ты ее сдала? Да, и она мне запрещает. То есть наказывает она меня тем, что запрещает мне ставить спектакль. А ты была режиссером? Мне, юному режиссеру, да, там, восьмилетнему, представляешь, ничего запретили себе поставить. То есть с тех, вот это, конечно, подкосило серьезное мое самомнение. Вот, так что, возможно, если бы не этот случай, моя судьба сложилась бы по-другому. Или, слава богу... Ну, трудности же стимулируют, да, слава на самом богу. Деле. Может, ну, быть, вот спасибо, ну, репрессии 8 лет, вот это круто. За то, что круто, ты, да, еще и режиссер. Была, могла бы стать лучше, возможно. То есть могла бы в профессии состояться. Могла бы же и не стать. Могла бы и не стать. Ну, тебе так легко все. Хочешь сказку ставить? Ставь. Ну, хорошо. А потом тебе это надоело. Ну, что я с 8 лет ставлю сказки? Да что я буду там 28 еще париться? Ну, это очень поучительная история. Она в ней много подтекстов. Вот, что воровать нельзя. Вот, что можно. То есть, ну, как бы много всего. Ты дочь учительницы и журналиста. Да. Это тяжело? Нет. Вообще, если ты любимый ребенок, вот, и любимая дочь, то вообще ничего тяжелого нет. Но это накладывает ответственность. Нет. Может ли дочь или сын учительницы и журналиста стать не учителем и не журналистом? Ты же пыталась стать журналистом, насколько я понимаю. У меня даже не возникало другой мысли никакой. Она была где-то там лет в 10, я хотела стать актрисой, мама сказала, не дай бог, вот, и на этом как-то все закончилось, вот, и вот, ну, даже другой мысли, что я могу заниматься чем-то другим, у меня не возникло. То есть это естественный путь? Абсолютно, совершенно. Не абсолютно. Вопреки, не благодаря, а просто потому, что среда способствует. Ну, было лето однажды, да, каникулы, и не было денег меня отправить куда-то в другое место, и папа меня устроил в газету, я работала странным курьером. Были редакции, когда еще были линотипные цеха, то есть нормальная романтика газеты, когда сидели линотипщицы, когда газеты отливались в свинце, вот, когда это шумел цех, когда молоко давали за вредность, потому что свинец оседал в легких. И, а редакция, это было на 3-м этаже, а редакция была на 13-м. Поломался лифт, и я месяц носила гранки пешком с 3-го на 13-й. Вот это тяжелый труд, я знаю. То есть я газету носила на руках. Там, то есть ты была мощная девушка. С утра до ночи, да. Вот, в итоге, к концу этой практики. Да, вот, то есть, знаешь, там сначала гранки, да, потом полосы. Папа потом знал, как тебя вычитку, закалять. Да, то есть я понимала, что такое каждая строчка в газете, что это не просто строчка, ее нужно отлить, сделать. Вот, а потом пьяный верстальщик, когда газету отправляет под пресс, он ее плохо закрепляет, да, и между прессом и столом верстальным она вся высыпается на пол, все эти строчечки, нужно собирать ее по... Ну, то есть, то есть после этого ты стала ценить газеты больше и не сдавала их в макулатуру? Во-первых, а во-вторых, смешно сегодня смотреть на процесс создания газет. Вот там в наше время газета это была... Детство было счастливое? Очень, очень, очень счастливое. Во-первых, потому что мне мало что запрещали, меня мало наказывали, вот... И, видимо, а было за что? Ну, наверное, да. Но мало знали вообще о том, о чем я занимаюсь. Очень было большое доверие. То есть как-то родители доверяли тому, там, моим интересам и никогда не контролировали там сильно. Поэтому, да, оно было счастливо. Мама сейчас тебя называет Соней? Соня, да. И брат называет Соня. То есть, ну, нормально. А как мама так называет что-то... Сонечка. Сонечка. Ну, вот Сонечка со словом Сонечку. Сонечку. Вот это, да, божья, да, коровка, солнышко. Да, 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 это вот так. Поэтому, вот. А, слушай, Лука, свет. А, ну, быть, вот видишь, все, оказывается, это все связано на самом деле. Это все так, то есть ты не думала об этом? Не, не думала. Все подсознательно? Наверное, да, работает как-то подсознательно. Ну, хотелось бы, конечно, соответствовать там, да. И непонятно, там, питаешься ты светом или отдаешь его. Это вот нужно еще проанализировать. Скорее всего, напитываешься светом. Ну, для того, чтобы отдавать, нужно же, чтобы что-то накопилось и было. Ну, вот сегодня был хороший, чудесный день солнечный в Днепре. Вот саккумулировали. Что, кроме природного света, позволяет аккумулировать? Сейчас люди. Особенно? Ну, конечно, люди. Ну, конечно, люди. Особенно сейчас. Особенно сейчас. То, что та метаморфоза, которая с нами происходит, те внутренние резервы, которые мы друг из друга достаем, хотя, казалось бы, уже некуда, это вдохновляет безумно. То есть ты ежедневно поражаешься своим друзьям, своим близким, или не близким, а далеким людям. Ну, это ответственность огромная перед теми людьми, с которыми ты рядом живешь. Поражения, наоборот, случились за это время? Ну, такие вот серьезные, ну, крупные? Ты знаешь, нет, скорее всего, это было подтверждение... каких-то подозрений более ранних, да? Даже не подозрения, это подтверждение нашей беспечности, да? Мы беспечны, мы там много лет плевали
на то, что нам досталось даром. И думали, что так оно и будет, и это было невозможно, и неправильно, ну, как бы наплевательское отношение к себе, к тому, что рядом, к своей земле, к тем людям, которые нами управляют, и, хотя они должны не управлять нами, а мы должны управлять ими, вот это вот и привело, это как бы, ну, это подтверждение там, реальности, в которой мы жили, все. То есть это, ну, никакого разочарования по этому поводу нет. За все нужно платить, все. Ты можешь делать, знаешь, на минуту переговорку, что ты можешь брать все, что угодно в супермаркете, но главное помнить, что касса на выходе, все. Вот мы набрали и пришли к кассе, все. Вот теперь мы расплачиваемся. Ну, не мы первые, на самом деле, в этом мире. И к сожалению, не мы последние. Не мы последние, да. Наверное. Мои друзья, которые узнали, что ты сегодня будешь у нас в эфире, сказали: ой, она же одесская. Хорошо. Ты когда такое слышала? Вот, нет, потому, нет. Вот почему-то нет. Очень это связано, многие, наверное, с Соней. Вот, многие что... люди, да, уверены, что ты, ну, наверное, чувство юмора. Наверное, твоя способность удивительная к импровизации, потому что многие же люди знают тебя как Соню Сотник и Сергей Кузин и Come Together, да, в основном. Наверное, это хорошо. Конечно. Значит, у людей есть автомобили, в автомобилях есть радио, и у них хороший вкус. И вот говорит: ой, она же одесситка, она же наша. Вообще важно помнить, что ты львовская, или там днепропетровская, донецкая, харьковская, одесская. Это всегда какой-то дополнительный поток знаний. В Одессе это один поток, да, я обожаю одесситов, надеюсь, что это взаимно, потому что вот эта вот мультикультурность, которая есть в Одессе и во Львове, а это мультикультурность, да, потому что портовые приграничные города, это совершенно другая, ну, не может быть не совершенно другая, но другая все-таки ментальность днепровцев. Вот эти вот ментальные особенности, они потрясающие, они уникальны. Это очень здорово, что в тебе... Все мы украинцы, но дополнительно мы еще конечно, львовяне, одесситы, днепропетровцы, донецкие. Это просто дополнительный чемодан, который у тебя есть, да, с какими-то отдельными знаниями, которыми либо хочется делиться, либо твои естественные реакции на какие-то события, они все-таки связаны с тем местом, где ты родился. Днепропетровцы там могут более спокойно реагировать на некоторые вещи, да. Львовяне замыкаются, возможно, в себе. Вот, одесситы, наоборот, там, на экстраверты. Расплескивают, да. То есть, это просто наши реакции, это наша, вот наша культурная среда, в которой мы выросли. Нет, это клево. То есть, да, я думаю, что это хорошо, что ты ощущаешь в себе что-то. Можно же пойти глубже, например, когда ты встречаешь львовянина, с которым ты не знаком, да, вы начинаете выяснять, откуда конкретно, да, и это уже еще меньшая родина. Да, если моя родина там Днепропетровский, если я встречаю кого-то где-то, говорит, я там с Чечеловки, я понимаю, о чем речь. И мы с ним земляки еще больше. То есть можно же сужать это все до бесконечности. Последняя поездка в АТО, она меня очень там... Много уроков было. Один из них это... Мы ехали в машине, там большой КРАС, и водителем был парень из Ровенской области. Я говорю: ой, говорю, мы же земляки. Я говорю: мы зараз все земляки. Вот. И вот эта вот фраза, да, мы зараз все земляки, она вот сейчас вот гораздо ценнее. Сейчас вот как раз нужно... Мы сейчас все земляки. Вот так я что, впервые для себя это вот поняла на всех уровнях, от физического до ментального, и сформулировала вербально, когда начались гибели, когда люди стали гибнуть. И если раньше, когда-то, ты понимаешь, что это где-то далеко, кто-то, ну да, грустно, ну вот как-то не принимаешь это близко к сердцу настолько, то есть это не под кожей. А сейчас любое известие ты воспринимаешь... как известие о твоем родном человеке, о родственнике, причем неважно, он ровенский, львовский, там, донецкий, днепропетровский, совершенно неважно. То есть это парень, это мужчина, или это девушка, да, это, или это ребенок. То есть ты воспринимаешь это как свое. Ты так ощущаешь? Очень хорошо в интервью Игорю Панасову, он беседовал с Андреем Хлывнюком, и Андрей сказал очень классную мысль. Он говорит о том, что мы... вот эта вся история, которая с нами происходит сейчас, она... Мы уже год плачем, да? То есть мы год плачем. Ощущение ужаса и страха перерастает в какие-то все новые и новые формы. И Андрей говорит, что он больше всего боится того, что зачерствеет сердце. Что привыкнешь к этому. Потому что невозможно, да? Потому что как бы, ну, срабатывает какая-то самозащита, и организм, там, и психика, они же вот эти вот... этим неприятием. Он говорит, вот для меня... Предохранитель, да, он же перегорит и все. Да, да, да. Вот это вот черствое сердце. Я когда смотрю на
волонтеров, которые постоянно работают с военными, вот я поражаюсь тому, как у них не черствеет сердце. И они реагируют молниеносно, да, на любую. То есть, хотя, в принципе, ты уже, да уже понятно, уже что там еще? То есть, и они вот все равно, да, их гребет, и они вот это вот... Для самое этого, мне кажется, главное, надо быть в процессе, надо все время что-то делать, да? Когда ты сидишь, анализируешь какие-то там события на диванчике, да? Со стороны, да. Ты можешь абстрагироваться, можешь не, а если ты внутри, если ты работаешь в центре для переселенцев? Да, есть многие люди, которые не внутри, которые очень, тоже, да? Конечно, огромное количество сопереживаний. Невозможно, невозможно, то, что там после того концерта подошел ко мне человек и говорит, типа, а зачем вы вот, Соня, о политике? Я говорю, во-первых, говорю, это моя песня, что хочу, то и делаю. Ну, говорю, то есть, ну, а во-вторых, вы можете сейчас, я говорю, вас поздравляю, я говорю, если можете абстрагироваться сейчас, если вашу семью, ваших родных и близких до сих пор не накрыло, говорю, я счастлива за вас, но это ненадолго. То есть я вам этого не желаю, но просто говорю, то есть это невозможно. То есть у нас у всех... так или иначе, уже есть трагедия в кругу. В нашем кругу уже есть трагедия. Вот есть такое мнение, что солдаты на фронте, да, будем называть их солдатами, и будем называть это войной. Мне это понятнее, например. Они как когда-то, в старых фильмах мы видели, да, когда приезжала там Любовь Орлова, каблучки, колготки, какое-то платьице, парфюмы. Вот им нужно это. Им нужны какие-то песни о любви, о романтике, им нужны вот девушки, женщины, какие-то образы мира. Ты это почувствовала или нет? Летом, когда мы были в очередной раз в АТО, с нами была девушка, певица. Ну, был такой брутальный был коллектив, потому что это были гайдамаки, друга река. Я, в принципе, с таким ненежным репертуаром, вот, и девушка. И она была единственная, то есть я говорю, если ты сейчас оденешь джинсы, говорю, я тебя лично прибью, потому что она в каждой части была концертов 7, то есть мы по 3, по 4 концерта давали. У нее было 7 платьев, 7 туфелек пар, и это было потрясающе. То есть вот она выходила, вот пыль, палатки, зной, грязь, вот она выходила принцессой. Как они на это реагируют? Соответственно. Адекватно. Адекватно, конечно. То есть, соответственно, конечно, они реагируют. Но некоторые командиры, конечно, просят не провоцировать. Это тоже есть. Они говорят, что, вы же поймите, ребята уже 3 месяца тут без отпусков. Говорят, так что вы там поаккуратнее. Вот это вот мне. Ну, то есть, это тоже есть. Вот. Но все равно нужно. Конечно. На твой репертуар, как они реагируют? Они смеются, твой репертуар же очень разнородный, он прикольный, но и серьезный при этом, да? То есть в каждой твоей шутке, в каждой песне есть же такой подтекст жизненный, своя история, явно своя картинка какая-то, да? Твоя личная или там твоих друзей. Вот то я не пою грустных песен. То есть я их не пою, там это не нужно, совершенно не нужно. Там я пою веселые песни, и мне главное, чтобы... гинеколога Наташу поешь? Совершенно верно, конечно, да, пою, причем с удовольствием. Главное же заставить человека улыбнуться и просто и откровенно поржать. Вот. Поэтому вот как раз песня про гинеколога в армии, она является юмористической песней. То, что нужно, да. Ну, то есть немножко о бытовой жизни женщин, которые ждут бойцов. Вот, поэтому... Такой мостик в мир, да, тоже, да, то есть, на самом деле. Это самое главное. Я прочитала в Википедии, которая все знает про тебя, даже как тебя зовут на самом деле, что ты была стеснительным человеком, и когда в 14 лет... была какая-то группа у тебя, да, и клип даже, который исчез куда-то, он так и не нашелся. Ну, я не знаю, может быть, это где-то у Саши Пронченко, который его снимал, он где-то и есть, или там на Львовском телевидении, где мы это снимали, но, может быть, там где-то в архивах лежит. Вот, но... и что не пошло именно потому, что ты зажималась, стеснялась там чего-то как-то себя. Я это правда вот... или это, чтобы подчеркнуть, что вот Соня такая сейчас, потому что она преодолела 14-летнюю стеснительность? Такая же и сейчас, на самом деле. Я каждый раз преодолеваю эту стеснительность. Единственное, что мне помогает, это потрясающие музыканты, которые за моей спиной стоят. Я точно знаю, что я не облажаюсь, потому что 90% успеха – это они. Ну, то есть они гениальные музыканты. Ну да, на радио вот. Проще, тебя не видят. Конечно, конечно. Это тоже вот там... Наворачивать. Вот. Можно не краситься там и так далее. А тут нужно все-таки соответствовать. Там, ты любишь, когда можно не краситься, не одеваться, не быть принцессой?
Да. Любишь? Да, я люблю. Я люблю не выходить из дома, да. То есть, ну, вот это, да, это все такое, я это люблю, вот. Но по поводу стеснения, по поводу этого клипа, у меня такое ощущение, что я в 14 лет была такой восходящей панк-звездой, вот, но, слава богу, вовремя себя остановила. Ну, это придумали, да, то есть там меня всегда интересовала возможность поиграть с музыкантами, но не в выпячивание там себя. И когда Саша Проченко там предложил этот клип, я же не пошла на съемки собственного клипа, и меня там нашли в, тогда это называлось «Булка» заведение, и вот ассистент режиссера, она меня нашла в этой «Булке», говорит, встала и пошла. Я говорю, у меня ничего нету, как я буду сниматься? Она говорит, я тебе сейчас... Она сняла с себя одежду, более-менее приличную, одела на меня, и вот я снималась в ее одежде. То есть, ну вот, то есть была, знаешь, что такое в то время заряженная студия на государственном телевидении. Сейчас тебе может кто-то сказать, встала и пошла? Так оно и происходит. Так, чтобы ты встала и пошла? Да, так оно и происходит, встала и пошла. То есть это люди со стороны? Да, так мне регулярно и говорят, да. Потому что я всегда стесняюсь, действительно. Я всегда, мне кажется, что это лишнее. И, ну, минимум 4 человека меня уговаривают для того, чтобы там сделать какой-то шаг серьезный. Ну, ты же королева. Ну, это же внутреннее состояние. На самом деле песня о том, что о королеве, это не обо мне, а о тех девушках, которые рядом со мной. Они потрясающие. То есть это не моя ассоциативная история, это я о них. Потому что я наблюдала в течение там многих лет девчонок, которые являются моими подругами, ну это просто потрясающе, в том числе там и тебя, да. То есть, ну, вот оно королевство. И знаешь, что в этом клипе, который вот там мы сняли там около 300 девчонок, я сейчас его недавно кто-то выложил, я пересмотрела, абсолютно все на сегодняшний, то есть абсолютно все на сегодняшний момент занимаются тем, чем должны заниматься вот эти королевы в это время. То есть абсолютно все. Королевскими делами. Да, да. То есть я, знаешь, то есть, ну, это такой, ни одной ошибки. В прошлом году ты писала и говорила о том, что те концерты, которые были летом, угу, они были полулегальные, нелегальные, то есть вы как-то там проникали в части. Сейчас то, что вы делаете. Ну, то же самое. Ну, они как, они не могут быть, что такое легальный концерт. Легальный концерт, значит, мы должны продать билеты для бойцов. Вот. А, ну, это все так же, как и... То есть это так. Сели, поехали, есть деньги. То есть вы решаете сами? А, никто это не продюсирует, никто нет, это нет, не там организовывает. Звонят, есть, просто говорите, ребята, Богу, мы приедем, да? Слава Богу, есть ребята, которые работают на передовой постоянно. Они звонят и говорят там, ребят, есть возможность? Мы говорим, да, есть, мы можем. Мы едем. Или звонок там, а может кто-нибудь там приехать через 2 дня? И там часто мы ищем, там Олечка Лужко, и мы часто ищем музыкантов, которые свободны и могут подскочить. Бывало так, что вам говорили, не едьте, опасно? Да. И вы не ехали? Конечно. Ну, потому что это каждый раз ты когда едешь, каждый раз там группа ребят, которые тебя сопровождают, они созваниваются с... Ну, потому что ты же наметил какие-то точки, какие-то части, а ситуация каждый час может измениться, поэтому каждый день она меняется. То есть пока мы договорились, это было одно время, фронт отодвинулся, это другое время. Часто мы меняем маршруты, конечно, конечно. То есть не едете, потому что рискованно, ну и их, наверное, подставлять не хотите тоже. Конечно. Во-первых, слушайте, во-первых, им не до нас. Ну, это прежде всего. То есть, когда я хочу, чтобы это услышали. Да, и люди, потому что очень многие говорят, почему вы не ездите там, вот не показываете изнутри. Я всем объясняю, ребята, это не место для экскурсий. Совершенно верно, деле. Да. Совершенно верно, да. Это война. Угу. Ну, вот. По-настоящему, когда есть затишье, когда есть, это слава богу, да, когда идет дождь, и никто не стреляет, и ты можешь приехать пообщаться, когда, может, жена там как-то с волонтерами проникнуть, да, но все остальное время там нечего делать там посторонним людям. Мы отвлекаем, да, мы отвлекаем, да. Мы отвлекаем. И ответственность, которую они испытывают за нас, гражданских, это очень серьезно, им проще без нас. В прошлом году вы, по-моему, одни из первых медийщиков организовали, ну, в общем, не организовали, кинули клич, чтобы дети писали открытки, письма, там вот, какие-то сувениры делали, ну, приносили, вот, передавали через вас. Это до сих пор все продолжается? Год тому назад, такой своеобразный юбилей, мы поехали на границу с Крымом. Год тому назад нас накрыл Крым. И когда мы зашли в одну из палаток,
тогда это еще называл Саша Хаджинов «Звездное небо», вот, потому что были вот такие дырища в этих палатках, их там вытащили из каких-то складов, и части стояли в каком-то жутком состоянии совершенно. Вот мы увидели, там была столовая, и вот мы вошли, и там было пару рисунков. Так аккуратно, в файликах, нежно, очень любовно. Любовно прилеплено на стене в столовой. Когда ты это видишь, ты понимаешь, сколько это ценно. Вот там. И да, тогда мы начали собирать эти рисунки, а до сих пор продолжается. Сейчас, правда, уже последнее вот мы передавали девчонкам вот нашим, которые сотрудницы МВС в Луганской области. Ну, 8 марта было. Вот, и дети девчонкам нарисовали, конечно, открытки, причем потрясающие открытки, знаешь, с какими-то там, ну, как девочки-девочкам, с блестками, там, с каким-то лаком. Ну, очень такие здорово. Ну, классно. Девчонки, в прошлом году, отвечая на вопрос о том, поедешь ли ты выступать в Крым, если позовут, ты сказала, да, конечно, почему нет? Это концерты, это работа. Что-то изменилось? Да, все. Тогда была надежда на то, что нужно ехать в Крым, поддержать своих. После того, как произошло то, что произошло, с одной стороны, массовое единение крымчан с соседним государством, внутреннее, искреннее совершенно, а с другой стороны, невозможность диалога украинцев, которые остались там, и патриотично настроенных людей, которые остались там, и невозможности... Я бы с удовольствием приехала бы к нашим, с удовольствием бы сыграла бы для наших ребят, если бы это было возможно, если бы они могли смело прийти на мой концерт. Если бы они могли смело сказать, я иду сейчас на концерт «Сотник», а все знают там позицию. Это просто опасно для них. То есть не для меня, для них. Им дальше жить там. В вопросах Крыма ты оптимист? Нет. Реалист. То есть тут нету оптимизма и пессимизма. Об этом предупреждали 150, опять-таки, раз. Ребята, не шутите. Не шутите. Вот, 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 пожалуйста. Шутили. Ну, это трагедия. Это трагедия, причем... В Россию не зовут? Странный вопрос задан. Есть друзья в России. Причем я очень благодарна им за... то, что они сознательно избегают, их тоже можно понять, разговоров на политическую тему, даже не со мной, а ну, это, там, вообще. Вообще в принципе, да. Ну, это умная позиция. Это позволит сохранить отношения общечеловеческие. С одной стороны, с другой стороны... Многие же этого не делают. Да, вот. То есть лучше уж молчи. То есть большинство моих друзей молчат. Это странно, но просто я понимаю прекрасно, что человек слаб. И вынести то, что может вынести Быков, Ахиджакова, то есть быть настолько сильными морально внутри, то есть я себе представить не могу. Ты вот можешь себе представить, что ты идешь на работу, а тут висит на соседнем здании Владимирова предатель страны? Ну, могу, конечно, но ну, вот твое не хочу. Твое состояние внутреннее, в этом жить, то есть в этом, это невозможно. То есть это себе представить, это, ну, это невозможно. То есть ну, я вот бесконечно восхищаюсь. Я вот как-то тоже задалась вопросом, вот что чувствует Владимир Владимирович, когда он читает, что Путин... А он не читает. Ну, видит же какие-то не фоточки. Видит. Не видит? Нет. Не видит, конечно, не слышит, нет. Не читает? Я вот до сих пор уверена, что Владимир Владимирович, во-первых, не знает, что такое интернет, как и все, собственно говоря. Мы же помним столы наших президентов. И в Украине в том числе. То есть у них папка на столе. То есть их интернет – это папка на столе с выбранной информацией. Кто-то у них на столе, ее подготовил. Да, у них на столе ничего нет, кроме там малахитовой шкатулки какой-то ужасной и яйца Фаберже. То есть, вот, томик малой земли, может, там, был у Леонида Ильича. Не знаю. То есть, ну, тут уж с литературой не шутят. Это тоже же не секрет, что до 1937 года у всех чиновников Советского Союза лежал томик товарища Ницше. То есть ты уверена, что Путин не знает, кто он на самом деле в устах ультрас и прочее? Я думаю, что он думает, что он офигенный просто. То есть ему максимально все доказывают ежедневно, что он офигенный. Если бы ты характеризовала этот год, как бы ты сказала, это год чего? Ну, первое, что мне приходит в голову, год потерь, да. Это если вот... Минус, да.
год труда какого-то внутреннего, да, не знаю чего, год собранности, чего для тебя, что самое такое? Годы труда впереди, годы труда впереди. Мы не собраны, это однозначно. Потому что если бы мы были собраны, все было бы как-то гораздо эффективнее. Это год постоянного, ну, то есть концентрация там событий на Майдане 4 месяца, это вот состояние, да, там, от эйфории до шока, и страха, ужаса. Оно сейчас размазано в течение года всего, с одной стороны. То есть, с другой стороны, то, о чем мы уже говорили, это открытие внутренних резервов, души, причем души. И там, где большая трагедия, там и большой подвиг. Не знаю. Вот нельзя говорить, то есть только время, то есть мы можем только там через... Да, мы потом определим, как-то номинируем, сидя, да, это был год сидя, там, да, вот сидя, как, там, как мы сейчас говорим, это был там золотой век, да, или это была античность. Глядя на своих правнуков, вот, то есть мы там, а помните 15-й, вот это был, да. Есть какая-то вещь, которую ты не сделала до войны, но не успела, да, и теперь... Ну, ты рада, что не сделала. Ну, у меня есть, например, одна подруга, которая должна была уезжать учиться в другую страну, но не сложилось чего-то там, она думала, чуть позже, вот она не уехала, она говорит, слушай, я так рада, что я, что сложилось так, и я не сделала, я бы сошла с ума, учась там где-то в Британии, например, и зная, что здесь. Не было никаких, рада, никаких вот таких крупных, никаких опрометчивых поступков. Никаких планов не было грандиозных, нет, ничего то такого. Все... Ты, ничего ты, такого. Ты вот в готовности продолжать жизнь такую, как она есть сейчас? Да, не мешает? Не, абсолютно ничего. То есть я не строю на... А мы уже научены вообще не строить никаких планов. То есть день отстоять там, да, и вот... И поэтому... ночь продержаться. Да. То есть никаких планов не было. Таких-то. Крупных. А все, что можно было, все досягаем. Как смириться с потерями? Как себя к этому... Нельзя смиряться. Как отпускать? Надо помнить, не отпускать, не смиряться, помнить. Ну, люди живут, знаешь, вот чего я спрашиваю? Потому что ну, у людей публичных, мы думаем, да, всегда, что у людей публичных, наверное, есть какой-то свой ответ, да? Такой, который вот поможет, на какой-то там совет, да? Все равно вас слушают, и тебя, и Кузина, и каких-то там других там, звезд, умных людей, которые видят, может быть, больше людей, может, видят ситуацию по-другому, может, у них накопляемость вот больше, да, сопротивляемость больше. Они все спрашивают, да, Соня, вот как вы, а вот ушел Кузьма, там, ушел Галина, ушел... То есть, кроме войны мы теряем в этом году одного за другим, да? Как с этим жить? Помнить. И звонить мамам. И звонить родным. Потому что они нам нужны, и мы им нужны. И любить. И вот всю любовь, которую мы не отдали тем людям, которые ушли, отдать сейчас тем, кто рядом. Невозможно смириться. Да и не надо, собственно говоря. Мы не имеем права с этим смириться. Никакого смирения быть не должно в данном случае. В данном случае. Помните, как, по-моему, это кто-то из священников, замечательная совершенно фраза о том, что человек, который не бунтовал, он не может правильно смириться. То есть, значит, ты не смирился. То есть мы не должны смиряться. То есть мы должны постоянно ситуацию держать. Вот. Ну так, в глобальном смысле. Потому что если мы смиримся со смертями, то мы смиримся с тем, что происходит. А нельзя. Вот так всем и скажи. Не смиряйтесь. Не смиряться. Нельзя. Видите, если какую-то фигню, не смиряться. Не проходите мимо. Бумажки, дерьма, которая рядом, и всего того, что вам не нравится в вашей жизни, меняйте. Это возможно. Сейчас это доказывают все. Если мы не молчим, то все происходит. Если мы молчим, то, соответственно, беда продолжается. Вот. На самом деле, мне кажется, ты сейчас очень просто сказала очень важную вещь на самом деле. Не складывайте лапки. Ну как это? Ну куда? Ну как? Слушай, ну невозможно уже. Хватит уже. Уже настолько наскладывались этих лап. Это не мое все, это меня не интересует. Я вот, мне квартира на 4-м этаже, а то, что на 3-м, меня вообще не бимбусит.
Будем петь в жизни? Будем жить? Да, да, конечно. Будем выступать? Петь, жить, да, петь, смеяться? Жить. Да, 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 да. Радио Рокс будем, да, слушать? Тратить деньги, да, вкладывать в то, что рядом, конечно. Помогать тем, кто рядом. Давать удочки, а не... Вот, и помогать ловить рыбу. Выживем? Да, конечно. Конечно, конечно. Ой, дотянемся друг до друга. Це була Соня Сотник. Без прелюдії і, мабуть, вже без коментарів, тому що все, що було сказано, можна буде прослухати ще раз, вникнути ще раз, усвідомити, погодитися або посперечатися. Це ваше право. Мене звати Ольга Володимирова. Сьогодні у нас в гостях була Соня Сотник. Програма «Пані та панове», 9-й канал. Слава Україні!